Всем привет, это клан Мастера, с вами Маня и Кирилл, и сегодня в нашем видео мы покажем вам одну машинку из нового обновления, потому что информации по всему этому очень мало. Это Бравада Банши. 105 тысяч она стоит, мы, наверное, возьмем классику в жопу кабриолеты. Ну, у меня уже куплен на самом деле, у меня куплен кабриолет. Облом. Ладно, едем... Сама машинка на самом деле уже не новая, она была, просто ей добавили тюнинг новый. Тюнинг немножко в нестандартном месте, несмотря на то, что машина не лоурайдерская, тюнится она, обратите внимание, мы едем в мастерскую бани. Там мастерская для лоурайдерских тачек. Собственно, заруливаем. Несмотря на скромную стоимость машины, тюнинг в этих мастерских, я думаю, прекрасно вы знаете, иногда выходит в очень кругленькие суммы. Собственно, демонстрируем. Модификация самое первое, что мы делаем. Мы видим уже 565 тысяч. Немало так. Ну, давайте. Так, ну вот внешний вид у него уже изменился, как мы видим. Пороги, задний бамперок. Даже крылья пошире стали. Продолжаем. Так, я сначала сделаю внешний тюнинг, а потом уже пойдем по внутреннему. Бампера смотрим. Какая щекастенькая. Так, черненький. Что меняется? А, крылышки, да, передние? Такие люди, не знаю. Ну, собственно, я не знаю, кто как разбирается в машинах, но думаю, те, кто более-менее в курсе, эта машина это аналог Dodge Viper. Кирюх что-то там все тыкает. И у нас будет вот такая вот челюсть. Я даже по-другому это назвать не могу. Глушитель на очереди. Два мини. В разные стороны. С одной стороны. Не, с одной стороны как-то не нравится мне. Снова двойные. И вот такие. Какой тебе нравится? Эти самые дешевые, да. Вот эти? Ну да. Ну, может, предпоследний, да, как хочешь. Так. Я просто немножко еще не понимаю тех людей, которые заезжают в автосалон и ставят сразу самое дорогое, совершенно несочетаемое друг с другом. Ну, наверное, просто люди, у которых есть вкус, это, видимо, тоже большая редкость. Извините мне мою сейчас гадостность, я просто визажист по профессии, поэтому, когда я вижу что-то несочетаемое, меня это начинает прям бесить, трясти, и хочется очень материться и топать ногами. Так, смотри, задние крылышки стандартные, у нас с клепочками. Многие просто почему-то их называют точечками, не знаю. По мне так это клепочки. Ну, в заказном крыле клепочек нету. Есть с клепочками, но карбоновая вроде как. Мне, если честно, пофигу на клепочки, это смотрится все равно как-то немножко стремновато. Тебе как? Не так нравится или так? А вот нижнее вообще можно убрать? Нижнее нет. Очень жаль. Потому что это вообще сюда не в кассу. Ну пока что, дальше видно будет. Раскраска, вот. Так, что у нас? Полосочка. Собственно, модель машинки. Так, это с различными спонсорами, помню, как в стареньких, ну и да не в стареньких, в НФС-очках-то можно было обклеивать машинки. А, черненькая. Такая вот цветастая, не знаю, мне вот не особо нравится. И такая камуфляж. А вот камуфляж мне нравится, а тебе как? Ну, камуфляж прикольный, но мне понравились еще рыжие полоски. Да. И что, убираем? Ну, мне все равно. Так, окраска. Основной цвет. Давайте металлик. Черный как-то совсем нет. Серенький, в принципе, ничего. Желтенький.
Да можно желтенький. Более теплый оставь. Да. Все. Так, дополнительный цвет. Это вот полосочка. Я бы ее, не знаю, на самом деле... А ее-то зачем трогать? Так отличный цвет же был. Не, ну можно какой-то другой, конечно, да, ради бога. Ну, можно убрать. И камуфляж, и полоска, и одно на другое. Да, перегружено. Окей. Здесь так какие-то странные непонятные надписи, как будто какие-то наклейки с жвачки. Палево. Да. Крыша. Ну, я выбрал... Господи. Чтобы было видно моим милым мозгом. Угу. Пороги. Наклейки. Это не мои наклейки. Это твои наклейки. Так, лавочки. Что у нас среди лавочек? Вот, мне нравится вот когда вот такие вот прям. Да, прикольно. Ну, повыше еще с я даже не знаю, как назвать, растяжечки какие-то. Даже не знаю, как он мне нравится. Ну, тест, он такой обтекаемый тоже. Как и сама машинка, наверное, его. Да, подвесочка. Ну, давайте сделаем заниженную подвесочку. Хотя тут что заниженное, что не заниженное. Практически не отличается. Китная задняя дверь. Ага. Карбон. Ну... Можно, на самом деле, мне нравится стандартное. Ну да. Может быть, карбон из-за... Типа под стиль общий. У нас же и здесь карбон. У нас просто опять как-то случайно вышло в цветах клана. Ну да. Ну окей. Будет в цветах клана. Так, турбонаддув. Колесики. Вот, колесики. Давайте посмотрим. Спорт. Стандартные диски. Я вот люблю глубокие диски. Найти бы с клепочками тоже. Вот, типа такие. Ну, глубокие. Вот эти давайте. И покрасим. Не знаю, обожаю черные диски. Ну, оставляй. Так, шины. Дизайн шин. И улучшение поставим. Так, денежки у нас подходят к концу. Так, что у нас еще? Стекла. А стекла, что у нас их и нету. Чуть-чуть затемнение сверху. Так, ну вот мы, в принципе-то, вроде бы как закончили внешний тюнь. А, еще же салон. Украшения. Боже ты мой, это теперь еще вот это вот есть? Это осталось с Хэллоуином. А, господи. Я боялся, что это уберут, но нет, осталось. У меня в Субару стоит вот такая вот мастерщичка. Ужасно. А, ну, мне она вот понравилась. Она. Можно вот из этого Амобую? Вот это у меня. А, во, Банши же у нас. Ну, не совсем, конечно, ну, но как бы, да. Рядышком. Фигурная панель. А, так, вниз. А вниз мы смотреть не мышкой. Так, никак не хотим. Окей. Что у нас меняется? Оно здесь вот так вот. Здесь оно совсем поменялось. Как ни странно, но мне почему-то больше нравится. Да, нубовая, самая нормальная. Давайте с ручничком и вот эту вот. Двери. Ну, типа облегченочка. Да, тут такое. Сиденье. Спортивные сиденья пошли. Высокие для меня и маленькие для тебя. Карбоновые. Вот я что-то не уверен, что в карбоновом сиденье удобно.
Да, вот с рыжими лямочками есть. Что-то с рыжими лямочками нет. Какие у нас цвета подходят? Красненькие вот у нас из... Ну и замечательно. Оставляй красненькие. Ну хорошо. Детская сиди. Да, по-моему, какое-то кресло летчика. Руи. Ну, в принципе, для спорткарна на самое, ну. Ну вот, рули у нас, смотри, какие. Прям тоже спортивные, гоночные. Зубастенькие. Ну, давайте вот этот. 22 тысячи за руль. Цвет приборной панели. На самом деле, я бы поставил какую-то светлую. Давайте желтенькую. Так, закончили что ли? Фары. Неон, скажи, неон, пробка везде. Цвет неона. Ну, сюда какой-нибудь желтый, золотой дождь у меня. Золотой дождь, да. Или беленький можно. Как ты думаешь, какой? Ну, сливать не надо. Не знаю, я бы не стала. Хотя, конечно, у нас почти вся нижняя окантовка сделана черным. Да. Не знаю, я бы взяла какой-нибудь контраст интересный. Ну, это я. Я вот не очень в машинах, я не очень люблю контраста. Пускай будет золотой дождь. Не ешьте золотой снег. Так, раскраска мы уже сделали. Ну и все, в принципе, на оставшиеся деньги мы сейчас... Украли? У нас почти денег не осталось. Тормоза. И, вот, мы что забыли. О, двигатель. Так, о, как у нас тут. А что меняется? У нас одинакового цвета, так что... Ну, тогда пускай будет так вот. Растяжка. Уже неплохая стояла. Ну, давайте вот такую вот. Настройки двигателя. Кстати, у Субарика побольше няшек для двигателя. Взрывчатка, не понимаю. Капот мы еще не смотрели. Ну вот, нет, мне не нравится. Так, а чем вообще отличается? О, тут появились мои любимые клепочки. Пропали. Ух ты. Пропали. С клепочками. Ой, вот это прикольненько. Ну, клепочек нет. Ну, прям даже не знаю. Ну, давайте вот этот оставим, да? Симметричный немножечко. Клаксон. Салон мы уже сделали, все же. Да. Пара, раскраска. Крышу продать, пороги. Славочка. Подвеска, откидная, трансмиссия. Ах, все, а вот деньги закончились. Трансмиссию мы не поставили, турбоданов мы не поставили. В общем, облом. Да, но тем не менее, даже сейчас. Характеристики у нее уже ускорение, вот как мы видим, на всю, и скорость, в принципе, тоже на всю, а, как мы знаем, и трансмиссия там не прибавляет ничего уже, да и турбодонатов тоже ничего не прибавляет. В общем, вот такая вот машинка у нас вышла. Как тебе? Да, прикольно. Я знаю, у нас один знакомый любит эту машинку. Жаль, подарить нельзя. Да. В начале игры, когда мы всех своих знакомых сюда затащили, тоже хотели подарить что-нибудь. Да нельзя. Спасибо вам за просмотр. С вами был клан мастера Маня и Кирилл. Наш тюнинг. Пока-пока. Пока-пока.